По словам бывшего дворецкого покойной принцессы Дианы, Пола Баррелла, принц Гарри не увидит Карла III и принца Уильяма во время коронации. Он также добавил, что герцог Сассекский не разговаривал со своим братом после похорон их бабушки, королевы Елизаветы II, в сентябре 2022 года. «Боюсь, что в ближайшее время у нас нет шансов на примирение, я думаю, Виндзоры отнесутся к Гарри очень холодно», — выразил свое мнение Баррелл. Он отметил, что герцог Сассекский приезжает на коронацию Карла III только лишь для того, чтобы «посветить лицом». Его отец будет рад, что оба сына будут свидетелями этого невероятного дня в его жизни. «Но Гарри не собирается торчать без дела», — заключил спикер.